19 мая 2017 года вывелась первая партия «Рязанский тип Карпатки», 42-я линия. Сейчас буду бандировку делать, по весу отбирать и сразу ставить метки. Рязанский тип Карпатки, 42-я линия. Вес первой матки 220 миллиграмм. Второй матки 200 миллиграмм. Вторая маточка. Третьей матки 210 миллиграмм. Третья матка. Вес четвертой матки 240 миллиграмм. 240 миллиграмм вес. Пятая матка 200 миллиграмм вес. Пятая маточка. 200 миллиграмм. Вторая матка 230 миллиграмм. Шестая матка 230 миллиграмм. Этот год метки, используя японский маркер